как сопернику поставить один. Надо сначала его выбрать, чтобы он был зелен. Зелен. И поставить один. А потом он подойдет и подтвердит. Черный. Ага, и да, и все. А
подтвердить, это значит просто вот перекидываю на соперника. Сейчас ваш удар, поэтому я сразу переставляю на вас. Это 4, правильно? Я отдаю удар по сути. Позиция не изменилась совсем. Я встал практически на то же место, где стоит белый я на линии. А цветные и красные не трогались вообще. Добавится, если... Во. Тогда мы лишнее добавили. Да, подожди, пожалуйста. Нет, подожди. Вот, может, еще так открутить. Было 1. Вот, 18 было. И 6. Вот, и было 6. 12. Нет, не 6 и 6. Назад. Назад. Вот было 12. Так. Красный, синий. 6. 6. Все. А теперь 4 очка. Переводите. Все, вот. Теперь мой штраф. Все. Так, теперь я могу играть, да? Давайте мы этот этап пройдем. Играть? Играть?
шапки все новые. Приготовили. Да я обычно спрашиваю. Антон, я такой назвал, блин, не спрашивай, не спрашивай. Святый. Мы у тебя еще метрики не спросили. Ты как с нами играешь? Да, да. Будет они зеленые бить? Да. А ты кто купил? Ну, хотел бить руки. Да, мне все. Я что так не получается. Я поставил, сейчас был штраф максимум. Значит, это просто 5 очков. Потому что это же шар не считается. К сожалению. Так, Enter. И 5. Штраф был на синем. Сжать его. Продолжаем.
Так, надо же сюда очко добавить. Все. Все нормально. Прошлый красный. Ну да, я туда завис. Туда его. Еще раз. Снова его туда. Как-то с этими счетами проще, если бы не зависал. Что он здесь висит, из чего? Ну, я думаю, что у него память просто меньше стала. Надо освободить чуть-чуть. Не 4, будет 24. Один? Ну, штраф и один. Штраф мы не добавили? А, да, правильно. Один и четыре. Все. Сначала четыре, потом один. Исторически. Thank you.
это мне 7 надо.
Прибавилось. Осторожно, там, да. Вместе сзади. Вы вдвоем там просто, потому что кто из вас первый? На столе смотрим.
миллиарда, да, нет. А 12 лет Иисуса, да, на самом деле? Господи. Когда ты в раз знакомился с Петром? В Казахстане? Я в Казахстане. Нет, супер, здесь в Москве. В Москве? А супер, Казахстан? Супер я увидел первый раз вживую, сейчас скажу, в 90-м году, итальянцы. Да. Здесь же. В Москве? В Москве. Поставили вас на вас. Где? Спасибо.
Не туда. Вот. Что там он отменял? -то? Стрелка вниз, по-моему. Да. Энтер. И 5. То есть тут уже запредельно. Будете играть? Нет, я могу. А, нет, ну я же должен. Я не могу просто так получить. Нормально? Да, нормально я не должен. Нет, можете сдать просто потому, что здесь что получается у нас? 57-23, это получается 37-34, а на столе 13. Надо записать вот этот результат где-то. Написал? Да, только сейчас я скажу, что подошел и записал. Есть, есть, есть такая акция. Приходите и участвуйте. Здесь все вот это, правильно? Ну, это окончательный счет. Ну да, фрейма первого. Есть такая.
Вот я и думаю, да. Что там? Там? Видимо, не успели развернуться. Стоит, развалился. Не, ну там как? Там же ведь студенты, комсомольцы, вечером строили, днем работали, что-то такое. А Михалыч, когда был, он строителем был. Вот, и он туда вложил, в это, конечно, огромное количество. И мне кажется, подземку он сделал для этого района. Сначала работаешь, потом не работаешь, тут платят, потом просто платят, потом просто потом просто нафиг ты на работе тут будешь. Это еще советское время? Ну нет, там в те времена особо никто платить не мог. Ну не мог, это другое. Ну как только смог, да, сразу. Thank you.
Получается 6 очков. Ну, пол на розовом. Так, здесь я очко поставил. С Романом тоже. Сплошно не везу. Это от уровня мастерства зависит. Прибавлю. Один. А где стол метро, это сразу упадет? Красный дом будет. То есть через стол? Не упадет. Нормально. Тренировки 3 раза подряд получилось. Прям в лузу или ну, просто? В лузу. Сейчас тоже шел, что-то свернул. Thank you.
Так, в чем дело? Что такое серьезно?
Thank you.
Это как? Так и задумано было. Так, я 4 прибавляю.
Свободный шаг. Значит, 4, 4, 6, все, и свободный шаг. Я играю, да? Да. А свободный, это что значит? Это значит, что считается желтым. Music. Ты, Юрий, скажи, что люди уже со своими стульями приходят. Да? Ну, он так, посмеется, улыбнется. И ничего не будет. Наоборот, если он выходил, значит сейчас можно уйти. Если ты специально.
три раза четыре. Три плюс четыре, да? Значит, партия, что ли, получается? 41-33. 8 разница, 7 на столе. В одну очко. Спасибо. Спасибо, это не дурака, прошу прощения за...
мои дурацкие удары. Антон. Мы завершили с рекордным малым счетом. 41-33. Слушай, после красного не забили ни одного цветного за всю встречу, за всю, за весь фрейм. Ужас какой. Так, брейков не было, да? А? Не было вообще. Понятно. Не только брейков. Ни одного цветного после красного. Кошмар.